Телеканал ЮТВ возобновил съемки проекта «Читаю», и уже очень давно к нам в проект просились дети. Сегодня мы решили совместить приятное с полезным, то есть записать стихотворение детей, а заодно провести им небольшую экскурсию. В этом нам помогла телестудия Оренбургского регионального центра социальной информации. In a sequence dress, with a couple of friends in East Berlin. And when he gets back, she's gonna tell me how she turned her life into... Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами здесь собрались для того, чтобы посмотреть, как снимается один из наших телепроектов. Он называется «Читаю», выходит он на нашем телеканале. Сегодня мы решили позвать вас, самых маленьких, талантливых, я в этом уверена. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как это делают профессионалы. Сегодня у нас в гостях Оля. Вот, давайте ее встретим. Вот, Оля сама пишет стихотворение, поэтому она завсегдатая вообще всех литературных вечеров. Virginia, you bitch, your adopted sons and threads, I thought he was your genius child. Они студентами были. Они друг друга любили. Комната 8 метров. Чем не семейный дом? Готовясь порой к зачетам, над книгой или блокнотом, она легко вставала. И если вдруг засыпала, у нее под краном посуду. И комната подметала. Ну, это отличная площадка для демонстрации своего творчества. Это отличная возможность проявить себя, еще раз показать какие-то свои пистолярные вещи. Вот. Ну и потом, это просто красиво и очень здорово, когда люди читают стихи. Плюс это такая радость для детей, что они читают стихи и смотрят на все это со стороны, как вот это глазами телеканала, и как это все делается изнутри. Ну, в общем, это здорово. Мы каждый день устраиваем для детей какие-нибудь походы, стараемся каждый день, чтобы они у нас чем-то занимались. Ну и поскольку я сама веду передачу на ЮТВ, я решила отвести их на телевидение. И для них, я думаю, интересный опыт. Плюс рассказать стихи, что тоже хорошо, прививать к детям любовь к творчеству, к стихам, к поэзии. Имя, фамилия, название произведения, автор, и начинаешь читать. Лиза Суходолец, Александр Сергеевич Пушкин, «Зимний вечер». Бурем голою небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверь она заводит, то заплачет, как дитя. Ну не надо ни сапог, ни рубахи, ничего. Ни тужурки, ни калош, да чего денек хорош. Небо смотрит солнце миллионы лет, лед на землю солнце, тепло и свет. Когда, если не получается, я, ну, читаю заново и повторяю. Я открываю страницу, на которой этот стих, кладу под подушку, чтобы запомнилось хорошо. Мне нравятся стихи, которые, как бы... легко запоминается. Мне нравится, где есть рифма. А где ты так научилась хорошо читать стихотворения? Мы с папой раньше читали книжки. Ну, сколько тебе времени потребовалось, чтобы его выучить? Минуту. Серьезно? Или даже две. Новые выпуски смотрите на ЮТВ. А также следите за информацией в нашей официальной группе в социальных сетях. Арина Галактионова, Анастасия Рожкова, Игорь Фокин. Городской телеканал ЮТВ.